С 20 июля по 1 августа в литовских городах Каунас, Алитус и Мариамполе пройдут матчи финального этапа чемпионата Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет. Представляя будущий турнир, организаторы чемпионата и футбольный портал Футбола ТВ предложили жителям Каунаса ознакомиться с литовским вариантом предшественника современного футбола. Впрочем, никто при этом не настаивал на научной достоверности показанной народу версии. Каунас для презентации выбран не случайно. Здесь хозяйка чемпионата, сборная Литвы, проведет все три матча группового этапа. Руководитель социально-культурных мероприятий чемпионата У-19 Вайдетас Растянис уверен, что хотя Литву и называют страной дождей, погода вряд ли испортит настроение участникам турнира и болельщикам. Так что Литва приглашает в гости всех тех, кто хочет посмотреть своими глазами на будущих Криштиану Роналду и Уэйна Руни. В финальном этапе чемпионата участвуют 8 команд, разбитых на две группы. В группе А сыграют Литва, Голландия, Испания и Португалия. В группе Б – Сербия, Турция, Грузия и Франция. 12 матчей турнира, то есть львиную долю поединков, покажет телеканал Евроспорт. Но если вы окажетесь в это время в Литве, то можете без ущерба для своего кармана посмотреть на игру будущих звезд, поскольку цена билетов чисто символическая – по 2 евро за билет. U19 футболо чемпионатас ir tai bus tikrai labai didelis ir labai įspūdingas renginys, o su tokiais gražiais žaidimais kaip futbolas mes norime pakviesti visus apsilankyti tame Europos futbolo čempionate, kuris vyks Kaune, Alytuje ir Marijampolėje.